Башкортостанской области найдено тело последней утонувшей девочки в Сырдарье. Ранее в 15 километрах от места происшествия спасатели обнаружили тело другого ребенка. Напомню, трагедия случилась 21 августа вблизи населенного пункта Коксарай. У реки отдыхали 20 родственников из 4 семей. 11 из них утонули. Это трое взрослых и 8 несовершеннолетних. 9-летняя девочка и 8-летний мальчик, которых удалось спасти, сейчас находятся в районной больнице. Их состояние врачи оценивают как стабильное. В поисковых работах участвовало более сотни человек и 16 единиц техники.